Национальная женская сборная по дзюдо снова проводит тренировки в спорткомплексе Александра Карелина. Былые победы их за этот год немало были забыты, ведь впереди самые важные соревнования в жизни каждого спортсмена – Олимпийские игры. На татами усиленная работа, оттачивать технику заставляют и тренера, который, в свою очередь, уверен в своих воспитанниках. Результаты на чемпионате мира дают надежду на дальнейшие победы. Все готовятся, конечно, еще пока идет отбор, у нас рейтинг надо набрать на Олимпийские игры, но все идет как бы по плану. Как обычно, мы показали такой результат, которого не было ни у одной команды, ни в Советском Союзе, ни в российском дзюдо, что столько медалей на одном чемпионате мира. Женский коллектив разбавляет небольшая мужская компания. Это уже ставшие легендарными олимпийские чемпионы Мансур Исаев и Арсен Галстян. Один из них проходит реабилитацию после травмы, второй поменял весовую категорию и участвует в общей физической подготовке. Такие совместные тренировки по душе всем спортсменам. Одна из важных задач – обмен опытом. Сборная сильная вообще, по сравнению с украинской, российская намного сильнее. Конкуренция здесь сильнее. Так, девочки хорошие, в сборной хорошо себя чувствую. Ну, перспективы там, хочу, конечно, вышедших, ну, чтобы там Европа, мир поехать. Пока сейчас здесь вот будут тренироваться. Впереди у дзюдоисток усиленные тренировки, ожидают их и крупные турниры. Однако настрой у всех на Олимпиаду. Каждая старается набрать побольше очков, чтобы удостоиться чести представлять Россию на летних играх в Бразилии. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.